Открылся праздник гимном нашей страны, затем ребята назвали главные символы России, вспомнили, что они обозначают, после чего им предстояло участвовать в соревнованиях в виде игр по станциям. Но прежде чем определить сильнейшего, нужно размяться. Вся игра была направлена на патриотическое воспитание юных устюжан. На станциях ребята исполняли песни о России, в Великом Устюге вспоминали русские народные сказки, пробегали эстафету. Девчонки и мальчишки заплетали веревочные косы, стреляли из рогатки. Задания были необычные и очень интересные. Вниз! Вниз или наверх? Перешагивай! Вот, перешагивай, перешагивай! Молодец! Дальше ты снова пошел, перешагивай! Также на стадионе была организована выставка рисунков о нашей стране и государственной символике. По итогам спортивного праздника первое место завоевали ребята из лагеря Центра дополнительного образования детей, и второе место у воспитанников детской школы искусств, третье у мальчишек и девчонок из 11-й школы. Всего в состязаниях приняли участие команды 11 пришкольных лагерей. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.